Дорогие друзья, великолепная четверка, очаровательные мамы, еще более очаровательные их дочки в нашей студии. И сегодня они нам покажут йогу, которую можно выполнять вместе с детьми. Итак, я представляю Лиля и Анжелина Дё, и также Мария и Ева Жаконис. Здравствуйте, дорогие наши гости, очаровательные девушки. Я удаляюсь, ну а вы проводите йогу с детьми. Хорошо. Всем доброе утро, и надеюсь, оно будет добрым не только для взрослых сегодня, но и для детей, потому что на повестке утра у нас детская йога. И чем же детская йога отличается от взрослых? Отличается она тем, что ведущая деятельность у ребенка, дошкольника, это игровая, поэтому все занятие строится на игре, с включением логарифмики, пестовальной гимнастики, то, что очень хорошо способствует развитию, речевому развитию ребенка, улучшению мелкой моторики. А мелкая моторика – это основа интеллектуального развития ребенка. Сегодня мы покажем с вами одни из самых любимых упражнений для детей, которые всегда им очень нравятся, поднимают настроение, снимают психоэмоциональную разгрузку, дают. И начнем мы с вами с пестовальной гимнастики. Берем ногу. Если детки ваши рядом, берите их вместе, ставьте их рядом и вместе с ними занимайтесь. Берем ножку. Если малыш маленький, можно, вот как Маша, посадить его прямо к себе. Если малыш уже побольше, он может сделать это сам. И начинаем проговаривать. Куй-куй, каблучок, падай, бабка, башмачок. Не подашь башмачка, не подкуем каблучка. Другая нога. И хорошенько, прям проходитесь по стопе, это очень хорошо пробуждает. Куй-куй, каблучок, падай, бабка, башмачок. Не подашь башмачка, не подкуем каблучка. Хорошо, а теперь давайте с вами поработаем с пальчиками. Это улучшает мелкую моторику. Киска, киска. И можно повторять. Не садись так близко, а то острый коготок поцарапает носок. И одно из любимых комплексов для детей – это приветствие солнца. Встаем. Он есть не только для взрослых, но и для деток. И, конечно же, он в игровой, стихотворной форме. Все детки его просто обожают, очень легко запоминают. Это также способствует речевому развитию ребенка, потому что речь накладывается на движение. Поготовы? Поехали. И мы проснулись на рассвете, раньше всех детей на свете. Встали ровно, как гора. Вставай, Ева. Здравствуй, солнышко. Ура! Потянулись, улыбнулись, и в поклоне мы нагнулись. И на вдохе, на опушке мы присели, как лягушки. Ева, садись. И считаем, подпрыгиваем. Один. Ева, давай. Два. Три. Четыре. Пять. Плюс детки очень хорошо и быстро осваивают счет. Как собака поклонились. Евушка, вставай скорее, собака, мордой вниз, смотри. Вот молодец. А потом мы спать ложились. Ложись скорей. Вот как кобра мы шипим. Шшш, как кобра шипит. Молодец. На собаку поглядим. Собака мордой вниз. Лягушонку раз, два, три. Поклонились до земли. Высоко мы потянулись, но до солнца не достать. Всем спасибо, улыбнулись, чтоб горою стать опять. Если вы такой комплекс делаете с детками вместе, это вас объединит, это совместная деятельность, им очень понравится, и вы получите массу положительных эмоций. Что еще можно сделать? То, что они очень любят, это акробатические всякие номера. Можно лечь. И самолетики, их любимые. Поднимаем себя наверх. Можно попробовать отпустить руки и полетать. Мама в этот момент могут тоже позаниматься. Могут поподтягиваться, включить пресс. Можно позгибать, поразгибать ноги. А дети в этот момент получают массу удовольствия. Видите, все улыбаются. Опустились. И закончить занятие можно вместо шавасаны. Детки тоже это очень любят, тактильное ощущение. Ложимся на живот, ложимся. Девушка, ложись.
и делаем такой приятный массажик. Вот этот массажик можно делать прям деткам с рождения. То есть йога будет у вас прямо грудничковая. Ручки кладем, все, голову кладите на пол. И делаем такой массажик. Идет бай по стене. Несет лапти на спине. Детенкам бай с бенком. Дарит по лаптенкам. Детки очень хорошо на него реагируют. Это очень хорошо для малышей, которые груднички включают, расслабляют мускулатуру. Поэтому берите на заметку, делайте и будьте здоровы, с хорошим настроением и на позитиве. Ой, спасибо большое. Было правда за вами интересно наблюдать. Итак, сегодня очаровательные девушки Лилия, Анжелина, Мария и Ева показали нам йогу, которую можно выполнять вместе с детьми. Всем доброго, бодрого утра. Продолжаем нашу программу.